Драматичное заседание Басманного суда Москвы. Сегодня там рассматривали ходатайство следствия об аресте бывших руководителей столичного аэропорта Домодедово. И редкий случай. Позиции следователей и прокуратуры резко разошлись. В СКР считают, Вячеслав Некрасов, Андрей Данилов и Светлана Тришина нарушили нормы безопасности, тем самым повысили уязвимость аэропорта, где в январе 2011 года был совершен теракт. Напомню, 5 лет назад зал прилета спокойно прошел террорист-смертник Магомед Евлоев. Он привел в действие взрывное устройство, спрятанное под одеждой. Погибли 37 человек, более 170 пострадали. Те, кто готовили теракт, осуждены и получили сроки вплоть до пожизненного. Сегодня следователь настаивал на аресте экс-директора Домодедова Вячеслава Некрасова и управляющего авиационной безопасностью Андрея Данилова. Светлану Тришину взяли под стражу накануне. Однако прокурор ходатайство об аресте не поддержал. Более того, он вместе с адвокатами утверждал, что фигуранты дела задержаны незаконно. Тем не менее, судья согласился со следствием. Некрасов и Данилов арестованы до конца февраля.